Этот гуляш для тех, кто не ест помидоры и все, что с ними связано, готовится так же легко, как и съедается. Среди моих знакомых есть парочка, которая не употребляет помидоры ни в каком виде, аллергия. Поэтому, когда они приходят к нам в гости, я делаю вот такой гуляш, мясо в сметанном соусе получается очень нежным, овощи тоже напитываются сливочным вкусом, одним словом, очень вкусно. Хочу и вам рассказать, как приготовить гуляш в сметанном соусе. Ниже привожу рецепт приготовления. 1. Гуляш делаем из мякоти, поэтому, если у вас мясо с косточкой, отделяем мякоть, нарезаем на небольшие кусочки. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь о составе нашего блюда. Мясо кролика, 700 грамм, можно куриное филе. Лук репчатый, 2 штуки. Перец болгарский, 2 штуки. Картофель, 2 штуки. Цукини, 1 штука, маленький. Сметана, 450 грамм. Мука, 2 столовые ложки. Соль, 1 чайная ложка, по вкусу. Перец черный молотый, 2 щепотки. Базилик сухой, 2 щепотки. Масло растительное, 4 столовые ложки. Количество порций, 4-5. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Пусть вам сегодня повезет.